Да, долинка это очень и очень, я бы сказал. А воздух какой, аж голова кружится. Никогда таких запахов не слышал. Таким недельку подышать не только они вылечатся, у полковника ноги отрастут. Ты смотри, как мотает. Повело пути. Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так, надо на Аврору сообщить, чтоб по главной ветке на ГЭС шли. Аврора, это передовой дозор. Как слышите? Прием! Слышим вас хорошо. Прием! Товарищ полковник! Эта ветка Аврору не выдержит. Идите по главной! Да, вас понял. Тут пути ремонтировать нужно, так что задержка выйдет. Ладно, план прежний. Разрыву на обед. Как там вообще? Прием! Вообще, товарищ полковник, тут просто отвал башки. Ане точно понравится. Прием. Отлично. Продолжайте разведку. Конец связи. Ну, значит, план такой. Сейчас в темпе до дамы проверяем и сигналим нашим, что приезжали. А то посмотри, какая красотища. Хочется всем показать, скажи. Смотри, вон церквушка какая живописная. Ты кто, страшная женщина? Ребята поймали твоего друга, но я-то вижу, что вы не бандиты. Так что выручу, если глупости не наделаешь. Мне пора. Старайся не высовываться. Увидимся. И... Ну хули солень, блядь. Иду в США.
Фу, гадость. Солнышки. Мародеры. Как бы сказать. Фу, брат, ты воняешь еще. Насильник. Мародеры и насильники одни. Блять, одна стрела. Еще стрела. Ладно. Убирайся, ля-ля-ля. Ой, куси, кусается, бля. Туда попал, что ли? Бля, у меня птичек нет. Не по-пацански будет. Братуха, не бросай! Да иди ты нахер, орел. Ты подорванный. Ха, так, затянули, соки, я уже рук не чувствую. По гроб жизни помнить буду. Две хвали не видать. Меня эти козлы лесные волкам оставили, сука. Что-то я не припомню, из какого ты барака, братуха. Прикид у тебя крутой.
ты нахер барак. Попал как лошара. Пора на берег. Ух ты, какая гадость. Что это за нахер? Ведро на голове. Вроде как стрела была. Ну, блин, ничего никак, сука, не уколоться. Птички. Ляпота. Мастерская. Фу-фу. Ты, а ну стоять! Это территория берегового братства. Зайдешь, и мы с тобой поиграем. И ты сдохнешь, тысячи чертей! Да, так что давай ноги в руки и топай в другую сторону, понял? Наши уже одного чужака сегодня поймали, хватит с нас. Засал! Во-во, топай!
Что-то пиздец какой-то здесь страшно. Блядь. Банку зацепил. Ух ты, дерьмо. Какой-то зэк. Что-то змеи неохота сдохнуть. Не понял ничего, что написано. Ладно, пошли дальше.
снять нахер. Почему у меня, блин? А, я в этих очках гребаных. Ну, что у меня за крюк, круг такой? Слушай, я у тебя давно спросить хотел. Все эти ваши пиратские штуки, мертвецы эти на столбах, вы всерьез верите, что учитель этого хотел? Учитель хотел, чтобы мы защищались. Ну, не помогает же. Вон опять бандиты в деревне появились. Да еще наши чужака какого-то непонятного поймали. Забыли, значит, урок. Пора напомнить. Потому мы и в дозоре. Поймаем этих гадов, пару новых пугал сделаем. Надолго хватит. Ну, ладно, с бандитами ясно. Они такое у нас творили. Но новый чужак этот на бандитов не похож. Может, мимо проезжать? Был бы не похож, проезжал бы мимо. А тут на берег к нам выпал. Ну и значит, поработай пугалом, чтобы другие стороной обходили. Ну, не знаю. Что, футбольное поле, что ли? Было когда-то. Опа. И чего тут охранять? Волки, что ли, напасть могут? И вообще, чего эти девчонки почти все у них? Несправедливо. Думаю, допрыгаются. Ну что, никого? Не, никого. Иди уже. Ладно, пойду дальше. Эй, да когда ж вы нажимаетесь? Не по себе мне как-то. Что за херня? Чё ты сюда пошёл-то, блядь, придурок? Эх, не получился стелс. Чё тебя понесло, блядь?
Веселый летний день и труп. Че тебя понесло, тварь, туда? Уходи отсюда. Как тут у тебя? Все тихо? Не, никого. Иди уже. Блять. Сколько ты по этих чужаков ходишь? Хер с ним, не пойду туда. Тут было, а теперь нету. Поменяемся. Никого? Да ничего. Ладно, пойду дальше. Алёша, ответь. Шутка. Страшно, блядь. Откуда взялось, блядь?
Пошли вон нахер, блядь. Страшно, блядь, страшно, блядь, страшно, блядь, страшно. Кролики. Так, он, по-моему, неплохой. Чужак, иди своей дорогой! Я тебе не враг! Ну, стреляй! Я смерти не боюсь! Учитель, иду к тебе на последний экзамен. Я готов. Я не струсил. Дурак, блядь. Да пошел ты. Что бы я, блядь, по ночам ходить стрёмно, блядь. Нет, ссать костер не хочу. Это тут медведь, блядь, зарвет. Непонятно, что здесь ходит. Да, блядь, да проходи ты все уже. Переночевать где-то здесь халупа. Мишка, ты где? Вот Мишка. А ты что, хорошая или нет? С этим все спать нахер.
Блюхуха. Ну, нахрен эти камеры, как они там за двумя линиями гонятся. Да, блядь, залазите, мудак. Но снимаем его тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. Ха, а сетка моя, ясно? Ну а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты небось зассал? Кто зассал? Вы же пираты, у вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все! Это чужак, значит враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них? Забыл? Слышь ты, умный сильно. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал... Забыла, что чужаки тут творили. А он чужак и должен умереть, чтобы потом других не привел. Так, хватит. Сначала лесной суд. На нем и решим, к столбу или нет. Что убежал? Ничего не дадите мне. О, да что за херня? О, бля. Thank you.
гад, выбрался! Ты молодец! От хозяина леса выйти не каждому дано. Не каждому совсем. Ты опасный, значит? Чёртов рюкзак! Пожадничал я. Так, чё, у меня рюкзак есть теперь, да? Ну, стреляй или вали. Мне готовиться надо. Скоро экзамен. Учителю скажу. Наших защищал. Не ссал. Девочек не обижал. А что ты думал? Хозяин его одним ударом. Ты тоже, наверное. Пока ты добежал, пока мы туда... Даже если так, то что? Надо хоть тела отбить, а то скажут, что струсили. Точно. Пошли скорее тогда. Пошли. Только как вы его проморгали-то? Да что же хозяин? Он же умеет тихо ходить. Ну и отвлеклись мы. Там еще один чужак в ловушку попался. А Женька-пират орать начал, что вся добыча его. Ну, или хотя бы ботинки. Еще один? А Ольга чего молчала? Ну, с нами не пошла. Странно. Кстати, где он, чужак этот? Да там и висит, если хозяин не добрался. Тогда тем более скорее надо. Да, давайте в темпе. Хоть бы поскорее смыться отсюда. А то ну его совсем. Женька! Эх, уже учителю экзамен сдают. Здесь хер залезешь, да? Понял, вот. Я помочь хотел! Сорвется же! Да ты помог уже один раз! Хорошо, руку не оторвало! Ну, попробуй! Это что такое там? Сейчас глянем. На, сволочь! Сука! Пидораса! Блять, что это еще? Это ловушки, блять. Ну, блять, аптечку сделать. С
Слава богу. Ножи, нахуй ножи. Да иди ты нахуй, что на вас нападал, блядь. Трубоёба, хотел потихоньку, по-тихому пройти. Да ёб твою мать, блядь. Блять, не хочу же никого убивать, твари. А где моя это? Да что там у вас, блядь? Можешь поспать? О, я могу поспать, может не успокоиться. Да вы чё, блядь, придурки, блядь. Заебали, блядь. Блядь, беги нахуй. Это я, представитель Печкин. Принес заметку. Для вашего мальчика. А нахрена я это сделал?
все, пошли вон нахер. Блять, твари! Заебали ты змеи. Больше нету змей. Где нахуй? Сохраниться и выхожу я.